Гуляю я такой, значит, по лесу. И встречаю вон там вот такую картину. Я вижу какого-то мужика и подбегаю к нему. И спрашиваю: а что ты тут делаешь? И он мне говорит: что ты выберешь, вернуть друга в жизни или 100 000 рублей? Я думаю, 100 000 рублей или же вернуть друга к жизни. Ну, тут такая большая сумма, ну, это не будет неправильно, верну лучше друга к жизни. Стоп, я что, живой? Да, привет, Лёх. У меня был выбор вернуть друга к жизни или 100 000. Я выбрал вернуть друга к жизни. Идиот, выбрал бы лучше 100 000. Нет, да какие 100 000, когда ты мне, собака, 200 торчишь, ты как... Слушай, ты когда мне деньги вернешь? Думал, я тебя с того света не достану?